перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да. Лимончелло, пацаны. Apple Fritter. Apple Fritter прям вообще тоже пушка лютая. Но это вы знаете. Это вы знаете. Тут еще Lemon 3. Что там еще? Лифт-тикеты. Знаешь, такую тему. Колян, ты курил. Следующий бой Тарасов и Хабиб. Ха-ха. Ха-ха-ха. Сука, блядь. Вы чё, пацаны? О, Wedding Cake. Знаете такой сорт? Wedding Cake пушка. Ну и классический Gelato 41, пацаны. Опять гибкий ЗОЖ. Да не, я дал концерт, теперь можно пахать. Теперь можно дуть. I want low. Of course, bro. This shit so hard. That shit blow your mind. Бля, не люблю Дрейка, но с Lil Baby с Ганой у нее лютый трек. Да вообще у нее есть треки нормальные. Просто он не такой, как в треках. Пацаны, я не отвечаю на вопросы. Как тебе тот, как тебе этот? Lil Baby просто пиздец разрывает. Lil Baby лучший сейчас. Ганна и Lil Baby сейчас ебут люди. Но мне все равно больше нравится Young Nudy и Savage. Я жду, пока Savage дропнет. У меня есть связь с его менеджером. И, ну, вот-вот скоро будет дроп. Мега Мизи его менеджер зовут. У них там очень серьезная контора. Мне пришлось заключать тоже контракт со Slaughter Gang на один трек. Но у них запрос серьезный, я могу вам сказать. И бабки там серьезные. Как ты, Надя? Как вообще ты поживаешь? Смотрел бой, я уже поговорили мы насчет боя. Привет, коль не шутишь. Хабиб задушил пацана. Сломал его. Ну, так должно, наверное, было быть. Как там написала одна женщина, комментарий написала, что-то Аллах так хотел. Вот, наверное, так и произошло. Слушай, как видишь, мои дела, у меня все хорошо. Все супер. Меня накуривает, как первоклассника с травы. Потому что я не курил месяц. Их просто выстегивает. Ее много разных. Много ребят, кстати, курят траву и не различают вкусы вообще. То есть для них вся трава одинаковая. Ну и не только для ребят, для девочек тоже некоторых. Хабы, да, пацаны, поздравляем Хабиба все, конечно, от души. Вы чё? Показал, как бы, ну, всем как надо. Но, еще раз повторюсь, бой был скучный. Я не понял тот момент, как Хабиб оказался сзади уже его и уже вот так вот, ну, душил пацана. Я этот пропустил, если честно. Как-то это очень быстро произошло, резко. Привет, Ромик. Как ты, Роман? Как тебе Рокет?
неплохие у него треки есть, но он как-то странно себя ведет, я ничего не понял. Видимо, я слишком стар уже, чтобы понять его поведение. Ну, такой какой-то мальчик. Сам себе на уме, типа, я не знаю. Свой мир у нее. И я не лезу туда. Да я курю вообще ничего почти, блядь. Грамм два, блядь. Мало курю, пацаны. Нельзя злоупотреблять. Плохо. Любая хуйня, чем ты злоупотребляешь, это приведет к тебе к краху. Алкоголь, там, трава, другая хуйня. Любая хуйня, она тебя в больших количествах не доведет до добра. What's up, bro? White pretty flaco. Como estás, hermano? Mucho tiempo no visto a ti. Mucho, como estás, magba? Como estás? El barrio, hermano. Estoy con Víctor y tres amigos más en Valencia, Patina. Muy bien. Grabar un video. Yo quiero ir a Valencia un vez. Muy bien, hermano. Русик. Все отлично. Ты как? Наберите меня, что там? Наберите меня. Ну, de chile pasar 3D. Vale, hermano. Pero bien. Feliz por ti, hermano. Спасибо большое, спасибо за... Вообще, за то, что поддерживаете музло, и все круто. Мне очень приятно, пацаны. Я долго работаю над всем, на самом деле. Не так просто все дается. Может быть, я там, не супер какой-то талантливый тип, но когда дается, я очень радуюсь. Это самое важное. Если самому нравится, ну, если ты, конечно, разбираешься в музыке, то это значит успех. Кристи Дельгадо. Como estás, mi mami? ¿Qué haces? Muy bien. Pásame los fotos. Pásame los fotos, hermano. Ерунды. Давайте про Хабиба заканчивайте. Уже я ответил на все вопросы. Я же сказал, красавчик, пацан. Я вот знаю 3 языка, а вы? Кстати, это очень плохо, когда вы говорите мне, говорить только по-русски, там... По-испански, по-английски нельзя. Это очень вас окружает от всего мира, знаете? То есть вы уже изначально не хотите даже воспринять. Это пришивка, как я понял. Нет, выкидывай. Как это за волосами на голове? Я просто иногда их мою. И хожу подплетаться, и все. Ладно, ребят. Хорошего вам дня. Берегите себя.